Наступила 1 марта. Блокада ДНР со стороны Украины так и не была снята, а значит, с сегодняшнего дня официально вступил в силу указ главы ДНР Александра Захарченко об обязательной республиканской регистрации предприятий, плативших налоги в Киев. Александр Владимирович, вот ультиматум истек, если можно, дальнейшие действия ваши. Здравия желаю. Все идет по плану. Предприятие сегодняшнего дня с 0 часов вводится внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим. К началу процесса приготовили символический шаг. После нескольких лет войны в первые минуты весны 2017 года включили освещение и подсветку на Донбасс-арене. На спорткомплексе уже введено внешнее управление. В связи с этим в Харцизске на неопределенное время остановлена работа гуманитарного штаба Рената Ахметова. О каких-либо изменениях в системе управления харцизских предприятий пока не сообщается.